ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Дикань, щиро радий вітати вас всіх. Сьогодні говоритимемо про тему, яка, на жаль, не зникає і найближчого часу, я так розумію, не зникне. Така невмируща тема, хоча дійсно хотілося б, щоб її закрили і все, її вже ніколи не обговорювали, але такого бути не може. Я маю на увазі, ми будемо говорити в тому числі про те, як, на жаль, знову говорити про те, як гине Харків, про те, як він змінює обличчя, на щастя, чи напроти, на жаль, на великий. І приводом, черговим приводом став каскад. Те, що буде з новим каскадом, відомою архітектурною спорудою у місті. Ну, для тих, хто, може, не знає, що таке, нагадаю, це східці з університетського парку до Клочківської, по яким стікала вода. І зараз води не буде. Каскад цей був 60 років приблизно, і тут виявилося, що не можна, щоб по ньому текла вода, начебто. Про це також поговоримо, але взагалі все ж таки знов будемо говоритимемо про те, чому Харків змінює обличчя і змінює саме так, як це проходить у нас. Ну, а гості сьогоднішньої студії – це Олена Горошко, депутат міської ради. Вітаю вас, Олено. Я теж. І Володимир Новгородов, член-кореспондент Академії архітектури України, дійсний член Міжнародного комітету охорони пам'яток та історичного середовища при ЮНЕСКО, архітектор-реставратор, ще багато регалій у Володимира Євгеновича. Пане Володимире, я вас радий вітати також. Дякую. Ви знаєте, ну, в принципі, я навіть не знаю, чесно кажучи, мету обговорення цього, хоча, як це не дивно, як це не дико може звучати саме з моїх уст, чому ж я тоді вас запросив, але я щиро вважаю, що про це треба казати завжди. Коли відбувається щось у нашому великому місті, коли, не побоюся цього слова, чиновники, чи депутати, чи хтось ще покушається на те, що називається спадком Харкова, покушається тишком-нишком, не питаючи громаду, про це дійсно треба не просто казати, а кричати в голос. І все ж таки громаді вдалося відбити те, що називали, ну, хтось називав карандашиком, хтось називав одороблем, якого, на щастя, не буде на площі Свободи. Може, все-таки громадськість зможе якось перетягти важелі на свій бік, Терези на свій бік. Так от, виявилось, що давно вже реставрують чи ремонтують сад Шевченка, чи університетський сад, можна так сказати. І тут нещодавно виявляється, що з цих сходинок, про які я казав, не буде текти вода. Ну, начебто дрібниця, ну, не буде і не буде. Але це також був один з символів Харкова. Але що ображає і мене, наприклад, особисто, я знаю багатьох харків'ян, а те, що це зробили абсолютно без нашого відома, без відома жителів міста. Пане Володимире, тому питання хотів би почати з вас. І питання таке. Дійсно, каскад, ну, нічого особливого для Харкова не значить. І дійсно, можна, в принципі, прибрати з нього воду. Це може тільки покращити його облік. Ну, якщо говорити конкретно о каскаді, то, конечно, он был одним из символов Харькова, одной из его изюминок. И не только Харькова, а в частности парка, сада, вернее, Шевченко. Как выстраивались маршруты людей, которые гуляли по парку? Они совершали круговые такие движения, и в конечном счете они подходили к видовой площадке, с которой открывался вид на холодную лысую гору, то есть на дальние перспективы. У подножья был этот каскад, который не только имел как бы архитектурную какую-то ценность, но еще и создавал определенные условия климатические в жаркое время года, это стекающая вода. И хотя на самом деле он работал последние годы крайне редко, но тем не менее он по-прежнему оставался таким своеобразным символом этого места. Насчет того, какова его ценность, он попадает в разряд сооружений, построенных сразу после войны. Это годы восстановления народного хозяйства, годы такого подъема своеобразного. И сам этот каскад, он отражал вот эту атмосферу, которая в то время была. И в его архитектуре
это четко прослеживалось. Автором этого сооружения был известный харьковский архитектор, ландшафтник Анна Степановна Маяк. Она очень много сделала для города. Очень известный не только в Харькове, но и в Украине архитектор. И поэтому с этой точки зрения, конечно, тоже каскад имел достаточно большую ценность. Сегодня, ну, на самом деле, сегодня, мне кажется, уже говорить о самом каскаде особого смысла нет, потому что его уже практически не существует. Думаете, можно распрощаться уже с ним? Я уверен даже в этом. Дело в том, что уже сделана большая часть подготовительных работ, уже закуплен материал, уже укладываются ступени. То есть там как бы уже обратного хода практически я не вижу. Но действительно, на самом деле, не это главное. А главное то, что вот решение такого рода было принято кулуарно, то, о чем вы в преамбуле сказали. И хотя я смотрю вот в прессе, в комментариях, говорится о том, что существовал целый ряд показаний, по которым его нужно было убрать, там якобы вибрация от метро, подтопление, вот, ну и целый ряд других. На самом деле это конечно, не является в сегодняшних условиях для сегодняшнего уровня развития техники большой причиной для того, чтобы снести это здание. И я думаю, при желании можно было бы найти способы и приемы не так дорого восстановить, действительно сохранить этот каскад. Его можно было сделать чуть поменьше, тогда бы уменьшился расход воды. Можно было бы уменьшить глубину ванн, в которые попадала вода, то есть нагрузка на грунт, уменьшилась бы расход воды, соответственно, уменьшилась. Еще целый ряд можно было бы придумать способов, с помощью которых все это, если бы вовремя, спросили у людей, и они могли бы подсказать. Ну, мається на увазі спеціалісти, звичайно. Ну, естественно, да. Тобто те, що на сесії міської ради у середу заявив пан Кернес про те, що начебто вже 20 років каскад тримався на чесному слові, це і грунти пливли, там ще щось таке було, дерева падали, це, ну, м'яко кажучи, перебільшення. Понимаете, дело в том, что мне трудно об этом судить, там как бы рассказывается о том, что были экспертизы, хотя мы знаем, что многие экспертизы не делаются под заказ. Нужно такую экспертизу сделать такую, нужно другую сделать другую. На самом деле, вот если говорить о вибрациях от линии метрополитена, то сегодня нормами существующими разрешено вообще строить прямо над линией метрополитена. Мы имеем на Московском проспекте целый ряд сооружений, в том числе и заправочные станции с резервуарами, в которых хранится горючее, в которых хранится газ, которые стоят прямо на линии, над линией метрополитена. Это, я так разумею, порушение, скорее за все. Нет, сегодня это разрешено. Угу. Когда-то, да, действительно, это запрещалось. Но сегодня уже эти как бы запреты сняты, потому что техника двигается вперед, технологии новые появляются, которые позволяют обеспечить безопасность. То же самое можно было бы найти решение, такое же и для этого каскада. Что касается подтопления, подтопление в первую очередь связано, опять же, с линией метрополитена. Мы имеем целый ряд мест в городе Харькове, где прошла линия метрополитена и преградила стоки подземным грунтовым водам. И вот отсюда появляется подтопление. Но и с подтоплением под любым объектом тоже можно бороться. Там сегодня уже существует много способов. Короче говоря, если бы было желание, то всегда можно было бы найти способы. И я, как специалист в этой области, который занимается вопросами, связанными с архитектурой, с архитектурными памятниками, с их реконструкцией, реставрацией, абсолютно точно уверен, что это были бы не такие уж заоблачно дорогие решения. Вот. Теперь второй вопрос. Ну, допустим, по целому ряду показателей действительно экспертные заключения подтверждают невозможность воссоздания там этого каскада.
Возникает вопрос, а что сделать вместо него? И вот сегодня делается лестница. Лестница огромной ширины, которая ведет практически в никуда. Если раньше те, кто проектировал каскад, прекрасно понимали это, они сделали две параллельные лестницы этому каскаду, по которым люди могли спуститься вниз, подойти к нижним фонтанам и подняться наверх. Транзита практически там нет в этом месте, там людям некуда ходить. Там Клочковская перегораживает основные направления, и дальше идет большой стадион, на который, собственно, люди не так часто ходят. Поэтому такая лестница, мы же не ставим себе задачу там, побить какой-нибудь рекорд Гиннесса по размерам этой лестницы. Ви знаєте, може і так. Ми з вами ні, звичайно, а наша влада міська може ставити якийсь, чи намагається ставити? Якщо це так, то це друге діло. А я так розумію, що з архітектурної точки зору... Я думаю, що для влади важливо було б зекономити гроші, за цей счет якісь відремонтувати комунікації, побудувати нові дороги, зробити нові тротуари. А тут більш скромно обійтись. Ну, хоча б, допустим, по центральній частині цієї лестниці можна було б пустити газон, або зробити на цих площадках проміжуточні небольші фонтани, теж це можна було зробити. Тобто, рішень багато. Ну, я так понимаю, что поскольку этим занималась какая-то черниговская проектная фирма, им это совершенно все равно. И поэтому и решение такое вот получилось никакое. А я вам можу додати до цього, що не фірма вирішувала, яким буде каскад, бо мої колеги дозвонилися до, здається, керівника цієї фірми, вона, до речі, дуже маленька. І він сказав, що план робот каскада самого, я маю на увазі, змінився вже у ході цих робіт. Тобто, спочатку, це я дослівно передаю, спочатку каскад планувався таким, як він був, до якого звикли всі харків'яни, коли, знов-таки повторюсь, по цим сходцям повинна була текти вода. А потім вже вирішили, що змінили план, вирішили, що не буде того. Ну, понятно, таке случається в процесі проєктування сплош і рядом, но якщо заважає роботам. Важно не це, важно то, що архітектор, он как бы, как главный строитель, должен был бы объяснить, что на самом деле здесь можно сделать, что нужно сделать. То есть, если у него достаточно квалификации, он всегда сможет убедить заказчика и договориться с ним. В данном случае это не произошло. Честно говоря, вот в этой связи меня больше волнует такой вопрос, как общее отношение к наследию в нашем городе. Вот это, мне кажется, нужно было бы сегодня обсуждать более подробно. Давайте поговорим обов'язково про це трішечки пізніше, буквально повернемося за декілька хвилин. Пані Олено, ви знаєте, ну, насправді багато питань, і я знаю, що у вас також болить за те, що у Харкові відбувається, і з Харковом відбувається. Але в мене одне головне таке велике запитання, знаєте, а що робити? От ви б'єтесь, активісти б'ються, небайдужі, архітектори деякі, ось як Володимир Євгенович також кричить. Але, ну, здається, що якщо і слухають, кивають головою, але роблять все ж таки по-своєму. Що робити? А, ви знаєте, ну, є два пути. Один з путей, який, я розумію, существує, потрібно, я просила це зробити і на останній сесії Горсовета, це ускорити прийняття історико-архітектурного опорного плану міста. Чтобы понимать, что Харьков относится у нас к историческим городам, где должно быть базовых три документа. Должен быть генеральный план, должен быть историко-опорный план, должен быть зонинг города. Вот из всех документов, которые есть, это у нас есть генеральный план. Более того, для исторических, когда я занималась этим вопросом и говорила с рядом архитекторов, включая Владимира Евгеньевича, что уже на базе историко-архитектурного опорного плана в историческом ГОИ, по идее, должны создаваться все другие документы. У нас, например, отсутствует и зонинг города, и код города, который определяет, например, высотность и прочее. В результате мы имеем то, что у нас начинает очень сильно меняться сам силуэт города. Я перепрошую, посмотрите... а можно буквально стисну, щоб було зрозуміло телеглядачам, що таке генеральний план і що таке історико-архітектурний опорний план? Ну, генеральний план это основной документ, градостроительный документ, который регламентирует развитие города. В нем указаны функциональные зоны, это жилая, общественная, промышленная, рекреация. Но у нас вот специалист по этому документу сидит. В рамках его существует историко-архитектурно-опорный план города,
города, который определяет основные исторические места, допустим, что является культурной ценностью, почему, какие нужно выделять охранные зоны и так далее. Когда нет где этого... можно будувати, да, где можно будувати, где нельзя. Так? Естественно, это документ, который прежде всего снимет вот этот общественный резонанс и волюнтаристские решения, которые принимаются, потому что у нас еще, извините, по регламенту Горсовета города Харькова отсутствует процедура обсуждения. Когда получают документы как депутат, да, там есть такое примечание, что публичному обсуждению не подлежит. Вот это, мне кажется, крайне неправильно, потому что то, что происходит в знаковых местах города, прежде всего, должны подлежать публичному обсуждению. Вот. Что касается, опять-таки, фонтана, который был, это входит в историческую застройку города, это часть ландшафтного парка. Каскад. Вот, каскад, я имею в виду, да, каскад. Вот. Или, допустим, отсутствие историко-архитектурно-опорного плана позволило строить в самом центре историческом. И вот если вспомнить недавний пожар, который у нас был, когда горел императорский химический корпус императорского университета на университетской, да, туда просто из-за стройки новой какой-то очередной шашлычной, кальяльной, уже не знаю чего, не могла просто подъехать пожарная техника. И, вот, до речі, будувати і завершують, там все нормально, да. Ніхто не припинив. Вот, нет, естественно. Как меняется силуэт города? Посмотрите, вот этот громадный, извините, бетонный мост, который в начале Пушкинской строится. Вот. Он абсолютно меняет вид на панораму города. Это тоже одна из, скажем так, из проблем. Есть так называемый пятый фасад. Это крыши зданий, которые индивидуально формируют силуэт города. И вот если посмотреть на старинные фото города Харькова, то по ним достаточно очень живописные виды. Вот. Об этом вообще никто не говорит, понимаете? Потому на самом деле вот такая стихийная высотная застройка, которая позволительно ведется без отсутствия этого базового документа, вот она, естественно, убивает, я считаю, душу города, и в первую очередь это видно по панорамам. Вот. Поэтому это вещи все очень важные для нормального развития города. Я попросила буквально инициировать ускорение этого плана. Мне госпожа Винникова, вице-мэр профильный по этим вопросам, обещала, что уже все будет в июле или в июне в министерстве, или в мае даже в министерстве. Но эти все обещания отношусь спокойно, потому что я этот вопрос ей задавала и в декабре мне обещали, и в январе обещали, и так далее. Вся эта история, извините, ведется с 2007 года. Более того, меня даже мэр попросил помочь как бы ускорить это в министерстве, скажем так, этот документ и все. Но опять-таки пока не все будет... Все схоже на лицемерство, сдается, да, мне. Ну, я говорю просто, да, но это как бы официальное то, что... Да. Вот, поэтому, естественно, это сложно. Более того, у нас не говорится, это есть такое понятие еще кода города, это документ, который должен руководствоваться любые КП, собственники, управляющие компании, арендаторы при выполнении любых строительных работ. Капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, модернизация, там установка рекламных вывесов, вот, и так далее. Параметры, объемы. И все это тоже очень важные вещи. Еще посмотрите, что у нас в Харькове творится с рекламой. Вот, насколько она хаотичная, уже не говорю, там, безвкусно, все это. Опять-таки, это епархия главного архитектора области подчиняются, как бы, все рекламные коммуникации. И тут тоже очень серьезная проблема, Филипп, потому что у нас это все разведено, и охраной культурного наследия занимаются областные органы, во-первых, а те органы, которые курируют строительство, понимаете? И сам, я сам строю, и так, сам так, это так, курирую. Понимаете, это громадная проблема именно города Харькова, которая тоже, я надеюсь, каким-либо образом будет решена. До речі, ви згадали про рекламу. Ви мали на увазі, так розумію, зовнішню рекламу, а є внутрішня реклама в метро, коли обклеюють рекламними цими, ну, елементами, будемо казати так, рекламою, просто обклеюють станції. І ця реклама абсолютно порушує вигляд станції, те, як задумували архітектори, правильно? Ви знаєте, в мене давно таке вже відчуття, що коли і наші, ну, місцеві, я маю на увазі, інвестори, забудовники і влада чують отакі правильні, вірні слова, а як п'ятий ландшафт, п'ятий елемент ландшафту, там ще щось, містобудування, їм, ну, настільки дуже хочеться так якось, знаєте, вжити якесь простонародне дуже, дуже вираз, але не можу собі дозволити їх в ефірі. Їх тіліпає. Та ні, навіть не тіліпає, їм побоком, м'яко кажучи. Вони хочуть тут побудувати будинок, вони це роблять.
І саме через це, саме через цю хаотичну забудівлю змінюється обличчя міста, те, про що ви вже згадали. Видите, какая ситуация? Дело в том, что законы о охране культурного наследия были написаны не случайно. Дело в том, что охрана историко-культурного наследия, архитектурного наследия, в частности, градостроительного, ландшафтного, археологического, это задача общегосударственная. Это лицо каждого государства. Это уровень его культуры. В отличие от того, что делается на местах, всегда существовала разница интересов государственных и интересов на местах. Хотя часто как бы местные интересы прикрываются государственными нуждами. Но на самом деле для местных деятелей, для местных властей важнее решать свои внутренние задачи здесь, чем думать о каких-то высоких государственных задачах. Вот для этого был принят закон, для того, чтобы этот диссонанс ликвидировать и попытаться сохранить то, что действительно для страны важно, был принят закон об охране памяти. Существует целый ряд подзаконных актов, которые требуется выполнять. Один из них – это наши города разделены на города исторические и города неисторические. Харьков попал в перечень исторических городов. Для таких городов необходимо разработать историко-опорный план, для таких городов необходимо разработать проект зон охраны всех памятников архитектуры, градостроительства, ландшафта, археологии. Для таких городов должны быть намечены границы исторических ареалов, в пределах которых регламентируется, строго регламентируется деятельность всякого рода строительства. А историчне місто – це місто, якому більше якоїсь кількості років? Нет, это не всегда так. Дело в том, что одни города возникли раньше, другие города меньше. Тут не исторический критерий, а тут количество исторических этапов, которые прошли, и наличие исторической застройки, которая сохранилась в этих населенных пунктах. Так вот, все это, вот все эти документы, они, естественно, в какой-то степени тормозят желание людей, которые работают здесь. Так или иначе. Хотя, вот если говорить о историко-опорном плане, первый историко-опорный план города Харькова, вот Елена говорила о том, что до сих пор его нет, а на самом деле первый был разработан еще 30 лет назад. Вот под моим руководством был разработан такой историко-опорный план. Плюс к нему были разработаны проекты зон охраны памятников архитектуры, зоны регулируемой застройки, зоны строгого режима реконструкции, в пределах которых, каждая из которых определенная степень работы с застройкой разрешалась. То есть там где-то нужно было сохранить, где-то нужно было добавить, а где-то можно было строить совершенно новые вещи. И вот за 30 лет дважды еще переделывались эти историко-опорные планы, но ни разу они не были доведены до ума нашими властями. То есть оставалось только поехать в Киев, согласовать, получить разрешение, и дальше можно было их использовать как документ. Вот этого как раз сделано не было. Хотя, я так понимаю, что Киеву, знов-таки, они, когда побачили, что тут достигли сгоди, они просто поставили резолюцию, скажем так, так? А дело даже не в том, достигли сгоди, или не достигли сгоди. Дело в том, что... Ну, не Киев вирішував, а саме тут це вирішували, прийняти чи не прийняти, затверджувати чи не затверджувати. Нет, план. Нет, это решал именно Киев. В том-то и дело. Почему это так было построено? Потому что, еще раз повторю, местные интересы, они всегда в какой-то степени идут вразрез с общегосударственным. Поэтому этим занимался Киев. Вот тот первый историко-опорный план и проект охранных зон мы выставляли на Совет Госстроя. Это был комитет по строительству и архитектуре, всеукраинский на правах министерства. И он получил одобрение. Оставалось пройти по всем инстанциям, что является функцией заказчика. Но это сделано не было. Многие годы этот документ лежал, и когда нужно было кому-то отказать в получении там, участка под застройку, его вынимали и показывали, говорили, вот охранные зоны. На базе этого документа делались историко
градостроительные обоснования под те или иные объекты. То есть целый ряд вот таких вот действий производился. Тем не менее, когда нужно было отказать кому-то, тут же вынимали и говорили, вот, пожалуйста. Я видела этот документ, да. Громадная такая книга. Если нужно было кому-то разрешить, его обратно прятали в стол и забывали о его существовании. Дуже выгодно. И вот, конечно, и вот такая ситуация 30 лет у нас длится. И уже дважды переделывался, потому что за это время менялись адреса, исчезали какие-то здания, были разрушения. Ну, то есть целый ряд происходил каких-то вещей. Жизнь-то идет. Вот. И были выполнены корректировки. Но, тем не менее, опять же, довести до ума все эти действия власти не удосужились. В нашем городе, так же, как и везде в Украине, ответственные за памятники архитектуры областные власти. У нас областной отдел архитектуры имеет специальное подразделение, которое заведует всеми памятниками. Город практически не влияет особо на них. Он может что-то согласовывать, там, какой-то паспорт отделки фасадов или, то, или что-то в этом роде, но основная как бы, нагрузка по охране лежит на областных властях. Вот. И вот у них как бы силёнок не хватает на то, чтобы контролировать ситуацию, на то, чтобы проводить все эти документы и доводить их до ума. Да особо это никому и не нужно. Поэтому вот такая вот ситуация. Може, це головне дійсно, тому що вже колишній очільник, це управління, здається, архітектури, да, та містобудування або адміністрації, пан Рабінович казав, що а що я можу зробити, коли у мене у відділі там три дівчинки сидить, у відділі, який відповідає за охорону спадщини, і ми нічого не можемо зробити, начебто. І це теж, звісно, причина, тому що дійсно для такого діла нужно людей було б побільше. Хоча, з другої сторони, я вспоминаю, как в 91-м году меня включили в состав делегации в город-побратим Цинциннати, и меня очень интересовала ситуация с тем, как у них охраняют наследие, кто у них занимается решением архитектурных и градостроительных вопросов. Я специально попросил, чтобы меня повели в их отдел, который соответствует нашему управлению архитектуры, теперь департамент, да, архитектуры и градостроительства. И вот когда я туда попал, я просто потерял дар речи. А когда, город Цинциннати – это 1,5 миллиона населения, такой же примерно город, как Харьков. Ну, с окрестностями там получается 1,5, потому что приезжает очень много людей. И тут оказывается, что все абсолютно вопросы, связанные с разрешительной документацией, с проектированием кадастра и так далее, решают аж 7 человек в городе. То есть весь отдел, все это управление состоит из 7 человек. Не 3, звичайно, но все же таки не 50, скажем. Ну вот, так посмотрите, посмотрите, сколько у нас в областной архитектуре, посмотрите, сколько у нас в городской архитектуре, а результат, видите, с памятниками у нас плачевный, к сожалению. У нас так. Понимаете, вообще, живя в историческом городе, да, вы можете представить себе, вот я недавно была в Риме, стояла возле фонтана Треви, и вот кто-то не приходит в голову как-то переделывать, воды хватает, и все. И рядом метро, буквально там несколько изоляции нормальной, вибрации, все. Сколько стоит этот фонтан? Вот потому что разумно, люди понимают, что это то, что дает дух городу, это бренд Рима, вот, и не возможно, я б не представляю человека, который бы хотел переделать фонтан Треви. Я дуже боюся, що за якихось там 10 років дійсно ми Харків вже не побачимо таким, як він був, особливо враховуючи, що зносять цілі квартали. Не кажучи вже про окремі якісь будинки дійсно історичні, цінні будинки, але я впевнений, що все ж таки треба про це і говорити, і повторюся, кричати. І може це стане такою, знаєте, краплею, яка все ж таки щось проб'є в цьому граниті і непорозуміння, і бажання просто заробити дуже великі часто гроші. Я дуже вам вдячний за програму. Я впевнений, що якщо буде на то ваша добра воля, ми знову зустрінемося в цій студії і не просто поговоримо, а затронемо якісь ось ці важливі дуже теми. Я з вами прощаюся. Щасливо вам всім.